В администрации округа прошел семинар «День охраны труда». В нем приняли участие специалисты надзорных органов, Фонда социального страхования и Министерства социального развития Московской области. На совещании обсудили состояние условий и охраны труда на люберецких предприятиях, новые правила в законодательстве по пожарной безопасности, а также вопросы, связанные с медосмотром работников. Отдельное внимание уделили мерам профилактики производственного травматизма. В конце встречи лучшим специалистам предприятий по охране труда вручили им почетные грамоты.